Тем временем школы региона продолжают готовиться к новому учебному году, до которого осталось меньше 3 недель. Так, например, принять своих воспитанников уже готовы несколько образовательных учреждений, среди них Красновская, Хангурейская и Оксинская школы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Заполярного района. Готовность образовательных учреждений к новому учебному году подтвердила специальная комиссия. Всего ими было осмотрено 10 школ и детских садов. Все они получили положительное заключение. Пожарное и санитарное состояние соответствует всем необходимым требованиям. Так, на сегодняшний день принять воспитанников готовы учреждения в Красном, Оксино, Макарово и Хангурее. Помимо, ремонт завершен в детском саду Нальминоса и Гнездышко, что в поселке Искателей. Также принять детей готовы дом детского творчества и школа искусств.